Ты издеваешься надо мной, да? Свою защиту скажу, что прошло почти 20 лет. Я понятия не имел, что ты вернешься. Как я мог забыть тебя? Я бы не поступил бы так с тобой, Фредбер. Фредбер, я... Я никогда не смог бы тебя оставить в таком состоянии. Я должен был хотя бы попрощаться с тобой. Спасибо, Спрингтрап. Ты знаешь, как много для меня это значит. Хотя я не могу поверить, что ты остался здесь. Ну, Крэш составил мне компанию. Он держал здесь все, что было интересно. Чертов кот. Если вы зададитесь вопросом, что же это означает, то Спрингтрап и Крэш, они использовались для борьбы. Много раз. Даже люди начали замечать шрамы, которые они оставляли друг другу. Думаю, они не знали, откуда они взялись. И они складывают кусочки слишком медленно. И наша дружба рухнула. И были допущены ошибки. Если бы я мог вернуться назад во времени, я бы... Фредбер. Ты что, снова плачешь? Это было из-за того, что я сказал? Нет, это не твоя вина, Спрингтрап. Тогда кто виноват? Может, еще одна прогулка пойдет тебе на пользу? Это поможет тебе отвлечься. Давай, Фредди, пойдем. Только потому, что ты сказал, хорошо? И сколько минут спустя? Ты серьезно никогда не слышал о Бакс Банни? Я был запер в комнате 15 лет, ясно? Дай мне перерыв. Да, извини. Подожди секунду. Что это такое? Куда, черт возьми, я положил? Блин. Не может быть. Они все еще здесь? Фредди, ты помнишь это? Я думаю, она попала сюда из-за закусочной вместе со мной и Крэшем. Я люблю тебя, Спрингтрап. Ты помнишь, что он сказал тебе? Что? Не так ли? Не так ли? Не так ли? Я собираюсь найти тебя. Я в порядке. Не волнуйся, я все еще стою. Пожалуйста, пожалуйста, поверь мне. Я вернусь, я обещаю. Почему ты ничего не сделал, чтобы остановить его? Да, я знаю. На самом деле, нет необходимости напоминать мне. Это нереально, это нереально, это не настоящее, ты знаешь это. Фредбер! Почему ты мне не доверяешь? Пожалуйста, Фредбер, позволь мне помочь. Возьми.